профессионал знает, как эту меру возможности превратить в саму возможность. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому, а в другой статье, вот геноцид, разум человека против геноцида, mm-hmm. которая была посвящена тем вот наработкам, которые мы делали в лаборатории природы Института Курчатова, Легасов, который создал, те наработки, которые в Институте Мебелевич проблем у Синяка были, те наработки, которые в академических институтах и отраслевых институтах были созданы по созданию систем жизнеобеспечения. Эти наработки нам дают возможность кратно снизить затраты, не просто в сотни раз снизить затраты на единицу продукции, угу. сельхозпродукции. И это было все доложено в свое время, на самом высоком политбюро еще. Вот. По этим технологиям были созданы несколько небольших комплексов, которые мы успели создать, и Советский Союз развалился. И так все. Вот, поле 200 на 300 километров, поле, способно накормить около 100 миллионов человек. 200 на 300? Да. Километров. Километров. 200 на 300. И это поле можно устроить в степях Поволжья, ага. самый лучший, в голодных Солончаковых степях, где нет почвы. И накормить 100 миллионов человек. 100 миллионов человек. Ну, собственно, наших, всю нашу Россию, потому что у нас так и живет. С другой стороны, поле 200 на 200 километров из гелиоконцентраторов способно выдать установленную мощность, где-то около 13,5 тераватт мощности, что несколько раз больше, чем вся основная мощность на территории Советского Союза. Мощности чего? Это вот энергия. Это энергия. Энергия. Притом экологически чистая энергия, угу. которая получается из солнечного потока. Угу. Вот. Поэтому, когда мы говорим о сельском хозяйстве, сельское хозяйство это только вид деятельности человека. Кстати, единственный вид, который каждый год приносит на сегодняшний продукт. Угу. Алло, алло. Если другие отрасли, они оперируют там полезными ископаемыми, там, то есть надо добыть, там, переварить, там, сварить сталь, там, сделать из стали, там, из металла что-то, что-то нечто, да, то это не относится к тому, что вновь появляется каждый год. То фрукты и овощи, которые путем фотосинтеза синтезируются, да, то это процесс синтеза, в отличие от всех других видов деятельности человечества, человека, да, является новым, вновь созданным продуктом в принципе. В принципе, да. И здесь мы единственно используем поток солнечной энергии для того, чтобы... Который бесплатно еще, слава Богу. Абсолютно верно. Нам Бог дает данность. Данность, да. Вот. Поэтому наша задача в сельском хозяйстве, конечно, максимально возможным образом увеличить КПД процессов именно выращивания в растениеводстве, процессов значит, прироста биомассы значит, в животноводстве, процессов увеличения какой качества. Какой вот КПД вы делаете, что доводите вот у вас? Это все относительно. Все относительно. Вот, допустим, растение, да, оно имеет КПД природное в природе 0,4%. 0,4%. Почему? Потому что оно продуктивно работает растение при наличии четырех факторов. Тепла, это света, это наличие воды или почвенного раствора. Да, вода, да? Тепло, свет. И наличие, допустим, почвы. Да? И почвы, да. Вот если все эти факторы мы имеем, да, то есть почвенный раствор, допустим, тепло, вода и свет, да? Тогда все образно говоря. Нет, да. Тогда при сочетании этих сочетании температуры определенной, там плюс 24 градуса, самое комфортное. Да, при наличии температуры может отсутствовать почвенный раствор, то есть дождя может не быть. Да? Тогда всю энергию свою растение, а солнца много, допустим, да? Тогда всю энергию растение тратит на поддержание своего гомеостаза, то есть состояние. Тогда устица у листиков закрывается, и всю свою энергию не на прирост, не на деление клеток, а на то, чтобы выжить растение. Да, удержаться. Вот. И вот если. А сочетание этих четырех факторов это очень такое достаточно редкое явление. Это вот год на год не приходится. А с другой стороны, неделя на неделю не приходится. В одну неделю холодно, но есть солнце. Ну да, в другую неделю и много наоборот. Воды. А в другую неделю есть и солнце, и тепло, но нет воды, да? Ну то да. Нет почвенного раствора. То есть дождя нет, да? Вот. А в третьей неделе, допустим, и дождь есть, и тепло, а солнца нет, да? Ну да, да. Вот. И вот в результате КПД растения, природное, 0,4%. Мы же, когда исследовали все эти процессы, и когда моделировали биосферу, мы поднимали это КПД до 16%.
до 16%, то есть в 40 раз мы поднимали КПД. И тогда мы получали с квадратного метра установок при искусственном освещении поляризованного света в эквиваленте примерно 600 воронежского чернозема в самые лучшие годы. Угу. Вот. И вот здесь кроется, значит, у нас большой резерв повышения продуктивности растениеводства, овощеводства и других видов, а также создание кормовой базы для животноводства. Вот, например, с установки каскад по проращиванию ячменя, да, вот мы тонну ячменя засеваем, а через 7 дней снимаем 7 тонн витаминного зеленого корма из этой тонны ячменя. Угу. Когда клетки начали делиться очень быстро, подсвечивать их специально, почечный раствор искусственный. Они начинают, да, как бы у них так вот, проблем вот нету. Одна такая установка эквивалентна 55 гектарам пашни, значит, люцерны и так далее, угу, по своей питательности. Угу. Дает 10 тонн корма в сутки. Значит, это значит, что мы можем молокоферму, там, свиноферму или угу. птицеферму, или там перепелов, или там что-нибудь иного, кроликов там кормить круглый год, совершенно копейки, отсюда себестоимость меньше кормов, потому что у нас в стране уже сформировалось такое понятие не комби-корм, а комби-мусор. Комби-мусор. Да, да. Когда устаревшее оборудование по смешению, значит, угу. компонентов комби-кормов с одной стороны, а с другой стороны падение культуры производства приводит к тому, что рабочий взял лопату, там, витаминовую массу, витамин, в одну кучу бросил, не распылил. Одной корове это досталось, она померла от сырожа печени, да? А другим не досталось, и они больные тоже из-за этого. Вот. И вот сейчас под Егорьевском, под великолепный поставили комбикормовый цех, просто приезжают иностранцы смотреть на него, радуются. А так у нас это проблема. А применение зеленых витаминных кормов приводит к тому, что и усваиваемость у корма вместо, ну, напротив, вот комбикорма усваивается у нас где-то 6-8% усваиваемость комбикормов в животноводстве. Угу. А зеленый витаминный корм усваивается на 96%. Соответственно, привесы увеличиваются, животные, иммунитет животных становится очень сильный, мощный, потому что все там каротин, там все, и витамин Е, там угу. все виды, витамина, это, ну, все виды. Так сказать, ну, необходимых аминокислотных, ну, спектр, ну, все, что нужно, все да. есть, энергетический, очень мощный этот корм. Вот. И получается так, что мы можем просто творить чудеса в животноводстве. А применение новых сельхозплатформ, которые позволяют уже по-новому посмотреть на корпусирование и на использование солнечной энергии, опять-таки, все это опять взаимосвязано, приводит к тому, что сельское хозяйство не может быть невыгодным предприятием. Это только у дураков оно невыгодное. Анатолий, вот я могу такой сделать вывод, прослушав вот уже прям целый курс лекций по сельскому хозяйству, пока, только по сельскому, да, да. что вот как бы вы, то, что вы сделали, это вы всему человечеству дали возможность стать на некий порог нового, ну, нового тысячелетия, в котором совершенно можно да. решить все вопросы питания. То есть мы дали человечеству... создать для себя систему жизнеобеспечения. Жизнь и в сельском хозяйстве, да, и в энергетике, и в других. Жизнеобеспечение, которое позволит перейти просто на новый уровень, да, творить, а не заниматься тем, чтобы выживать и думать о том, где достать конечно, еду, где конечно. Там чего. То есть просто уже перейти на новый конечно. Уровень жизни. Да. И прежде всего, надо начинать... Конечно, вот, старый мир сопротивляется. Нет, нет, конечно, нет. Дело не в старом мире. Дело в том, что старый мир, он больной, он обреченный. Он сам это понимает, старый мир. Не зря они римский клуб создали, не зря они сейчас ведут исследования колоссальные. Старый мир ведет. Куда дальше человек, как дальше двигаться? Они не знают этого. Они не знают, они не понимают, да? куда двигаться. Вот только что лекция была здесь пивовара, он говорил, что все кланы масонские, как не ордена и прочие иезуитские, они между собой сейчас вот вступили в конфликтное, очень болезненное состояние, то есть они друг друга колотят, образно говоря, друг другу глаза выкалывают, ну тяжело им очень. То есть почему? Потому что у них, вот они не видят пути, они слепые. Да я думаю, не поэтому у них там ворон ворону. Но почему-то стали выклевывать. Значит, изменилась какая? Как-то да. ситуация изменилась? Я думаю, что ситуация меняется из-за чего? Из-за того, что идет, вот мы сейчас об этом и поговорим, идет, уже на глаз видно, так сказать, что идет изменение климата. Идут большие перемены.
Вот если, например, в штате Техас там еще что-то растет, то через 10 лет там будет пустыня, скажем. Ну, не будет пустыни, но там уже сельским хозяйством не позанимаешься, да? И вот на юг Америки откатится, на север Америки откатятся те зоны благоприятного земледелия. И вообще-то Америка потеряет статус наиболее благоприятной страны при земледелии. Отсюда очень большие последствия может это вызвать в области перераспределения ресурсов, именно продовольственных. И Европе тоже не поздоровается. А вот Россия, она наоборот вступает в полосу наибольшего благоприятства. То есть вот так. То есть у нас там вечно мерзлота начнет оттаивать, у нас северный пойдет. Уже обнажилось там. Вот, и Россия станет одним из самых благоприятных мест на Земле. Якутия уже оттаяла. Да, для земледелия. Но погубить это все в легкую можно. Можно. Конечно. Если мы начнем сыпать там опять агрохимию на поля, там, а не восстанавливать биогумус, значит, при помощи штаммов почных бактерий, другими методами. Немцы же не дураки были во время войны, когда эшелоны вывозили наш чернозем там, из Белгорода, из Украины. Из Украины, да. Вот. Но сейчас готовы технологии, уже в виде технологий. Это вот очень ножки кланяются. Елизавета Васильевна Чекасина, доктор технических наук и биологистики, которая создала реакторы по воспроизводству почных бактерий. Почвенные бактерии, они штаммы триллионами, там, тирадами размножаются. Вот, а дальше они это вот я видела в таких прям коробочках, там можно... Нет, вы это нигде не видели, это не еще видели. Не продается. Дальше эти штаммы смешиваются с водой в виде аэрозоля, значит, по осени на поля. Распыляются? Да, да. И дальше по весне бактерии и осенью начинают работать, размножаются, съедают все, что есть в благородном слое, как дождевые черви, да, перерабатывают. И вновь возрождается гумус моментально. Вот так даже, да? Это очень хорошая технология. Но так как мы, в принципе, противники использования земли при растениеводстве, это хорошо, вот садоводство еще, да, там хорошо. И то вот израильские кибуцы у нас технологию вот советскую взяли за основу, наши технологии. Сделали в пустынях, каменистых пустынях, где вообще нет почвы. Сделали райские сады, там апельсиновые, яблочные, там красиво, там все замечательно. Как? Опять и используют нашу систему, между прочим, социалистическую. Возвратную, ну, не скажу, что именно социалистическая, она просто в Советском Союзе была создана. Потому что, еще раз, мы напомним вам, что социализма в Советском Союзе никогда не было. У нас был госмонополистический капитализм. Он есть в Израиле, в кибуцах. А вот в кибуцах израильских есть он, кстати. Социализм, да, и уже к коммунизму приближается. Да, там они молодцы, они просто молодцы. Они работают при коллективном, то есть при общественном характере производства, у них индивидуальное представление результата труда в кибуцах. По принципу, кто сколько создал, то столько и присвоил за вычетом отчислений на нужды кибуца. А отчисления у всех, так сказать, интегральные, одинаковые практически. Поэтому у них там справедливо, поэтому они и работают очень грамотно. Да, да. Поэтому у них научно-технический прогресс, о них не отторгается, как у нас вот, в колхозе. Вот идите навязать кому-либо, даже из директоров, какую-либо технологию новую. Говорит, нет, мне это не выгодно. Почему не выгодно? Потому что не выгодно рабочему, потому что он там не сможет делать то, что он раньше делал. Там один ворует, другой там просто ничего не делает, да? Это невыгодно. Когда это невыгодно никому, это никогда, хотя бы кому-то, не никому, а хотя бы кому-то это будет невыгодно, это никогда не внедришь. А вот когда это всем выгодно, когда это на конечный результат работает, тогда это воспринимается. И тогда рабочие начинают подсчитывать литературку, учиться начинают, культура повышается. Инженеры начинают творить, конструкторы начинают творить, и в результате общий выход системы больше, а в результате по обратным связям каждый больше получает. И больше получает, развивается, и идет процесс, не просто получает, все-таки... а присваивает. Вот у них все-таки вот одно дело получать зарплату, да, а другое дело присваивать то, что ты создал сам на законных основаниях. Вот ты знаешь, Анатолий, то, что ты рассказываешь, и то, что я вижу в этом, вот сейчас как бы уже ощущаю, да, раньше я не ощущала этого.
предлагаемая данная система всего, она позволяет развиваться. То есть вот то, чего мне не хватает, и вообще любому человеку на самом деле, это процесс развития. Вот нам всем хочется видеть, мало того, что развиваться, еще со стороны наблюдать, как мы развиваемся. И вот это доставляет некое эстетическое наслаждение, так скажем, и чувство глубокого удовлетворения. Да, я вам по секрету скажу, что когда Советский Союз рушился, да, одни там за голову хватались, другие собственность воровали, третье там другое дело, четвертое там еще, там, пятые сели, там шестые, там, я не знаю, за рубеж уехали. Ученые же, те, которые работали в сфере теории социальных систем, то есть по социальным системам, они просто наслаждались, как бы это ни было кощунство. Именно это падение позволило нам изучить и открыть новые механизмы присвоение наисозданного продукта. Нам, то есть вам открылись нам горизонты. В это время, пока одни тонули, у вас горизонт. Да, у вас измеряли глубину. Думали. Тонение этого, сколько на тонило. Но это нужно не этому государству. Это государство, которое вот нас сейчас руководит. Оно, в нем даже нет специалистов такого уровня, которые могли бы понять, что приготовили для нашей страны в будущем. Там просто... Какие дары несут наши ученые на руках вот нашему государству. Ну, какое-то другое, может, государство будет там. Это для него, наверное, опять больше. Же, если мы сможем опять всем миром, всем людям понять, что либо мы отвергаем старую систему и принимаем какую-то новую, шагаем. А старая система какая? Старая-то какая? Ну вот я так думаю, что вы думаете, что старая система — это министр там в колготках? Нет. Старая система — это опять госкапитализм. Вот как был у нас при советской власти госкапитализм, так и остался у нас госкапитализм. Это отношение. Можно я перебью? Только он стал компрадорским. Да. Скажите, а кого нам выбирать? Любая партия, которую мы бы не взяли, берем коммунистов, да? Куда они нас тянут? Опять обратно в госкапитализм, который мы сейчас имеем. Так. Когда государство распоряжалось всеми результатами труда людей, да еще людьми при Сталине распоряжалось. Это госкапитализм, да. Так. Сейчас опять то же самое, государство распоряжается всем. Ну, может, не все все-таки партии, то есть нужно посмотреть, кто чего предлагает. Нет, все они предлагают одно. Госкапитализм. Абсолютно верно. Только олигархический, компрадорский или или коммунистический, но все равно госкапитализм. Так, а кто-нибудь нам предложит что-нибудь другое? Я не вижу ни одной политической силы, которая бы показала бы свой вектор развития именно в созидательном смысле, именно в смысле того, что он необходим людям. Пока эта созидательная сила находится в латентном состоянии, но дело в том, что... Мы получим то, что просто люди на выборы не придут. То есть. А им же не важно. Им, сейчас они поэтому они не придут, потому что они не верят в то, что что-либо изменится. Нет, а за кого голосовать-то? Не за кого, простите. Опять те же самые вы говорите, коммунисты, там, пофигисты. Пойдете налево, голову потеряете, направо пойдете коня. Прямо коня, а пойдете влево тоже. Это точно. То есть нет выхода как бы. Тогда выход назад. Выход не назад, зачем назад? Выход есть, только полный вперед. Выход есть. Только этот выход, он должен созреть. Общество, оно должно созреть. То есть созреть. Оно еще не готово. Не готовы. Нужно так прищутить еще всех, чтобы всем так плохо стало, что уже и на воздух бы налог был, и только после этого не общество станет так. Готовым. Да? Необходимо, так сказать, таким образом довести до сердца каждого человека на нашей территории ту информацию, сакральную, сокровенную, которая выгодна ему самому, этому человеку. Ну, Анатолий, вот только вторая лекция уже по счету, вот вторая, пожалуй, вы уже меня вызвали на... доводите, по-моему, до моего сердца. То есть я уже начала возмущаться, во мне уже стали происходить некие процессы. Да, то до этого я слушала, думаю, как-то реакции не было. А тут у меня началась тоже реакция. Это говорит о том, что все-таки доводится, да? Конечно. Вот даже таким способом надо слушать. Процесс самоосознания нашим народом, да, своё место вот, в развитии вообще в человечестве и в нашей стране, и прав своих, процесс самоосознания своих прав, процесс вступления в эти права, вступление тоже немаловажный процесс. Еще же вступить надо, конечно. Осознать мало. Вот я осознаю, допустим, а надо же еще вступить куда-то. Да, где-то надо вступить в права. Вопрос, нужно, куда вступить? Это чисто юридически же нонсенс. Там уже надо знать, как написать заявление, кому написать предъявы там, и так далее. Вот, да. Вот, то есть кто-то, все люди должны как бы осознать. Конечно. Может такой быть вариант? И в один день сесть. Почему в один?
Ну, это полгода отводится. А, полгода. И за полгода там, ну, написать, а каждый человек должен написать заявление, вот, чтобы вступить там... Никуда не вступить. Никуда не вступить. Человек должен вступить в права собственности. Написать заявление... Не в заявление, а прямое право требования сформулировать на бумаге. То есть и каждый человек сам должен сформулировать на основании Конституции. И независимо от вас подать абсолютно суды. Верно. Угу. Суды и только в суды. Угу. Понятно. То есть здесь нужно вот проводить. Это один из методов. Но метод... это тогда нужно есть регулярную еще... пропаганду проводить. Нет, ну, не только. Достаточно, так сказать, у нас есть интернет, есть там. Вот интернет сегодня. Есть студенты у нас. Самая движущая сила страшная, это студенты. Студенты. Вот я одного не понимаю, кто финансирует. Ну, я понимаю, кто финансирует, но на каком основании финансируется движение наше, или это ваше, или там вправо, или влево, там это. Вот вчера по телевизору показали там тысячи, там сотни тысяч там молодых людей в одних и тех же футболках, там, в один, ну, да. с одними ну, делами здоровья. Ну какая молодежка? Одеть сколько футболки. Это стоит? На каком основании это из бюджета финансируется? Кто это? Сурков финансирует или кто там? Я не знаю. Угу. Ну, просто почему прокуратура не спросит? На каком основании из бюджета финансируются такие мероприятия? Угу. Нам что, нечего финансировать? У нас есть бездомные дети, и беспризорники есть. Ну да. А и в конце концов сельского хозяйства. А тут не просто мальчики, а это готовые боевики, которые завтра uh-huh. выйдут с оружием в руках, которым заплатят и будут стрелять своих же отцов. Uh-huh. Хватит уже стрелять в отцов. Мы уже настрелялись в 17-м году. Все-таки какими-то другими методами, я думаю, мы подойдем к этому. Ну вот у нас еще, сейчас я посмотрю время. У нас еще есть, так скажем, 8 минут, за которые вот мы сельское хозяйство мы закончили. Да, ну мы вот все время перемежаем, это сейчас политика. Я скажу все-таки, вот, откуда мы могли бы взять, например, дешевое дистопливо, дешевый бензин. Где? Лаки, краски, полимеры, да? Не из недр. А вот есть тепловая станция, да? Угу. Она сжигает там несколько составов там, ну, пиковой нагрузки, там, угля, например, угу. да? Там, в сутки или там, за определенный период времени. Разные станции, разной мощностью. Есть другие источники двуокиси углерода. И вот представьте себе, что двуокись углерода становится не просто, ну, для мира это парниковые газы, это загрев угу. атмосферы, ну, это да. головная боль, а для специалистов это прежде всего сырье. Угу. Сырье для создания, круга, то есть для обеспечения кругооборота углеводорода в природе, чтобы угу. их больше так много не добывать, а их можно просто в кругооборот пустить. То есть берем СО2. Угу. Плюс прибавляем H2O, то есть воду. СО2, ну да, H2O, как обычно, да. плюс H2O. От СО2 отнимаем О. От С2 отнимаем О, будет от H2O, С1. Нет, ну, СО получится. СО. От H2O отнимаем О. Ага. Получается H2, водород. Водород. Получается, с одной стороны СО. Комплекса, который все это производит, СО плюс H2 в сочетании 2 и 3. А с другой стороны О2, кислород. Промышленных uh-huh. объемах. Uh-huh. Что такое СО плюс H2? Это синтез газ. Из этого газа еще немцы во время войны по реакции Фишера-Тропша делали синтетический бензин, там, дистопливо, цехтан. Вот так, можно из этого да, всего да. делать бензин да, синтетический. Ну не только бензин, да. можно делать лаки, краски, полимеры, спирты, uh-huh. растворить, uh-huh. что угодно. Uh-huh. Ну бензин самое главное. Притом это химически чистое сырье. Да? Вот так вот, да? Притом, и не надо землю бурить и доставать да. оттуда Притом, все это мучение. Для того, чтобы сделать килограмм топлива, угу. Вот таким методом надо затратить всего-навсего 5,3 до 6,8 киловатт-часов. То есть всего ничего, по-любому называется. Да, ничего. Ну, примерно по этой технологии килограмм топлива и плюс вторая часть этой технологии производства водорода для водородной угу. энергетики, угу. потому что там дальше новыми методами, значит, можем на выходе иметь на килограмм топлива 3,5 килограмма сверхчистого кислорода угу. и где-то около кубометра водорода у нас там получается еще дополнительно ко всему, плюс синтез газ. Угу. Вот. Так вот, эта технология позволяет произвести, если мы, опять-таки, все от стоимости энергии угу. зависит, ну, вот, да. чтобы вы знали, Балаковская АЭС отгружает про АУЕС по 26 копеечек киловатт-час энергии. По тарифам РЭК это уже там 11 рублей. Да? Угу. То есть накручивает РАО ЕС, накручивает. Ну вот если они по 25, то он в 10 раз минимум накручивает. Ну, в 7 раз точно накручивает.
Вот. Это чистая накрутка, спекулятивная накрутка на стоимость энергии. На самом деле энергия, вот Балаковская АЭС, 26 копеек киловатт-час на сегодняшний день. 26 копеек. Да. Более того, РАО ЕС не принимает энергию, если она дешевая. Если кто-то начал энергию производить и желает сбросить излишки энергии в РАО ЕС, то эту энергию просто не принимает никто. Вот так даже, конечно. Да? Конечно. Вот. Так вот, если работать вот на вот этом принципе утилизации двуокиси углерода с Балаковской АЭС, то рентабельность процесса производства любых видов топлива и плюс на килограмм топлива кубометра водорода, значит, где-то 289% рентабельность при цене 1 килограмма топлива, не литра, а килограмма, в килограмме 1,3 литра примерно топлива, значит, плюс кубометр водорода, криогенмаш на сегодняшний день продает по 580 рублей за кубометр, это водород, а оптовая цена водорода стоит где-то 42-45 рублей кубометр. Так вот, у нас в нашем случае килограмм топлива, это вот мы в следующий раз об этой технологии будем более подробно говорить, я говорю как анонс, да? Килограмм топлива плюс кубометр водорода по цене 4 рубля 20 копеек. И весь мир отдыхает. И весь мир отдыхает. И плюс еще на... Что такое 4 рубля? На эту, вот на это нечто мы получаем на количество утилизированного, то есть принятого на баланс СО2, нам как за мусор за СО2 заплатили. Ну да, да, за мусор. Да, еще и получаем квоту от международного сообщества по тому количеству СО2, которое мы утилизировали. Эту квоту мы еще в банк можем заложить, японский, и получить кредиты. И еще кредиты получить. Практически беспроцентный кредит в Японии мы получим за это. Да. Вот такая вот получается интересная картина. Ну, это вот как введение. Получается, что сегодня ты сделал введение. Вот, будущая лекция. Да, как она называется? Жилищно-коммунальное хозяйство. Это еще не жилищно-коммунальное хозяйство. Это первая часть вот энергетики. Мы все-таки в следующий раз мы все-таки по ЖКХ поговорим. По ЖКХ, да, вот, у нас Вот после ЖКХ мы поговорим про утилизацию двуокиси углерода и создание системных энергообъектов нетопленной энергетики. Значит, да, вот на следующей лекции в понедельник в это же время будет разговор очень серьезный о жилищно-коммунальной системе. Кстати, дело в том, что эта система касается каждого человека. Конечно, вот у каждого. Я принесу материалы с собой. И вот, кстати, завтра в Сокольниках, в Москве начинается выставка «Архимед». И мы там будем выставляться на стенде института высоких температур. Ифтан-РАН. Это какой, извините, там павильон? Это павильон «Архимед». Вот «Архимед» так и называется, да? Выставка, да, международная выставка. И там мы будем показывать для ЖКХ все новые системообразующие строительные материалы, именно системообразующие, из которых строятся системы, новые системы. Материалы уникальные. Это и пенокерамика, это и стекло с вакуумной теплоизоляцией, настоящий, с настоящим вакуумом, а не с аргоном-ксеноном, как у немцев. Это модифицированная древесина, это геокар, это стеклокремнезит, это новые виды покрытий и новые виды конструкционных материалов. И суперкомпозиты 21 века, которые называются стеклофибобетон модифицированный. На самом деле это не стекло, не фибра и не бетон. Это суперкомпозит. А это что-то другое. Скажи мне, пожалуйста, вот тоже, чтобы они слышали люди. Вот каждому человеку, самому обыкновенному, вот это все необходимо знать, то, что относится к ЖКХ? Абсолютно. Потому что, ну, сегодня мы не можем уже жить вот со слепыми завязанными глазами. Да, правильно? Да. Если глаза не откроются, если не снимем повязки. Мы по своей глупости потребляем и тратим энергии больше. Ну, то есть, примерно в 10 раз больше, чем мы могли бы, то есть чем нам необходимо. Чем мы нам вам необходимо покажем в следующий раз, вот графики покажем, как, что. То есть красиво вам в следующий раз покажем именно по ЖКХ. Вот, и вы убедитесь, что потребитель потребляет вот с коэффициентом полезного действия вот ту энергию, которая сгенерирована на тепловых станциях или на других системах. КПД потребления всего 8,3% от 100% энергии газа или топлива, входящие в топку. Значит так, нельзя быть потребителем и не осознавать, что происходит на самом деле, как ты потребляешь. Из них мы теряем, например,
На транспортировке газа где-то 18% теряем по трубам Газпрома. Но это нормальная потеря, здесь никуда не денешься. А вот дальше на ТЭЦах, на наших, на Мосэнерго, на РАО, ЕС и других системах мы теряем уже намного больше. И теряем и на переработке очень маленький КПД наших больших станций. Поэтому мы создали и испытали, и сейчас внедряем систему децентрализованного энергоснабжения, которая намного эффективнее. Вся Европа на это переходит сейчас. Не нужно нам огромных этих тепловых станций, гигантских, которые гадят нам всю ну картину. Ну да, всю картину вот. Портят. Но так как это моментально невозможно все это переделать, то это, конечно, это как раз требует колоссальных государственных вложений и средств, а не замораживания их и не стерилизации их в фондах различных, стабилизационных и так далее, и так далее. Потому что то, что нам говорят сегодня о том, что деньги, если мы пустим на, значит, на нужды нашего развития, да, то есть стабилизационный фонд, то будет инфляция. Глупость абсолютная. Если мы деньги пустим на социалку и проживем их, да, будет инфляция. Если мы деньги пустим в развитие крупномасштабных проектов, именно крупномасштабных системных проектов, да, 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 которые в разы повышают эффективность сельского хозяйства, в разы, именно в разы, и энергетики, и другого всего прочего, и транспорта, и систематизируют, и, так сказать, перемалывают целую территорию эти проекты, тогда никакой инфляции быть не может, наоборот, будет резкий прирост национального достояния на основе развертывания высоких технологий систем жизнеобеспечения и военно-промышленного комплекса, двойных технологий. Это и подключнет и оборонку, это и даст людям возможность нелинейно развиваться и все поставленные государством задачи решать в кратчайшие сроки и с наименьшими быстро издержками. И с наименьшими потерями. Вот, к сожалению, вот, как мы говорили, час мы отмерили, да, и наш час истек. Вот и на этом наша вот лекция заканчивается. Вел эту лекцию, читал Подосинников Анатолий, Подосинников Анатолий Анатольевич. А с вами была ведущая я, Мария Карпинская. Программа «Е равняет МЦ квадрат». Все относительно, может быть, и не относительно. До свидания. До свидания. По закону отражения, говорят, все в этом мире происходит без сомнения, каждый день и каждый час, и на нашем настроении всевозможные затмения, излучения и свечения отражаются подчас, и на нашем настроении, и апатии, и рвении, увлечении и влечении, вплоть до ума помрачения, все небесные знамения отражаются тотчас. Ba-da-ba-da.